Есть жизнь как творчество, как суть познания, как труд добыть нелегкий хлеб, чтоб высший разум мироздания открылся вдруг для тех, кто слеп. Соединив работу с мыслью, дух с плотью, дьявола и Бога, мы, прозревая понемногу, находим верную дорогу. Наш путь становится длиннее, а дни короче. Их, как шагреневую кожу, уносит к ночи.